Еще год назад эти команды были в группе лидеров, и их матчи, особенно между собой, вызывали большой интерес. Сейчас несколько скромнее. Однако хозяева, днепропетровские футболисты, много приложили сил для того, чтобы добиться победы в этой встрече. Правда, игра проходила не в очень быстром темпе. И все большей частью у ворот киевского «Динамо». Много было ударов, но чаще всего они были неточны. Киевляне построили игру на контратаке. И в один из моментов Юрана сбили в штрафной. Пенальти. Пенальтист у киевского «Динамо» Олег Соленко. Его удар точен. 1-0. Впереди гости. Больше страсти стало в действии днепропетровских футболистов. Они атаковали большими силами. И вот в этом эпизоде, я бы даже сказал, как-то опрометчиво действовали защитники киевского «Динамо». Да и Кутепов мог спасти свою команду. 1-1. Ну, а сейчас посмотрите момент, который создался перед самым концом встречи. Соленко делает передачу вдоль ворот. Неудачно играет вратарь. И вот здесь замешкался Юран. Так матч и закончился в ничью. 1-1.